С Ваней Максимовым я познакомился 20 лет назад, когда мы снимали картину «Лимита». Главный герой фильма был взламыватель вот этих всех хакером, по сути. Откуда у тебя это? Это же моя программа. Была придумана история, что для того, чтобы он мог входить и пожирать программы, их скачивать, там, что должен быть визуализированный герой, который это делает. И он сделал потрясающую историю вот этого взламывателя. Мне впечатлило, что я с вами познакомился. И с тех времен разные проекты, которые бы я ни делал, я всегда про него вспоминаю. И всегда, если есть возможность, его приглашаю. Потому что Ваня, кроме того, что он блестящий художник и блестящий режиссер, Ваня еще очень мобильный человек и абсолютно современный человек. И он очень точно чувствует задачу, он на нее работает, бешеный профессионал. И как это удивительно сочетается с его детскостью и с его каким-то пронзительным душевным устройством и невероятной какой-то человеческой харизмой. Любой здравомыслящий, позитивно мыслящий человек не может остаться равнодушным от всего, чем занимается Иван Максимов. Мне кажется, что иметь шанс ему помочь – это огромное дело, потому что это значит помочь и нашим детям, и тем, кто давно любит Ваню и давно живет с его фильмами и с его прекрасными героями. Потому что, ну, как-то помочь человеку сделать чудо для нас, для всех. Я считаю, что лучше ничего не бывает.